В субботу на Сургутском спортивном ядре пройдет «Кросс нации 2022». Принять участие в мероприятии сможет любой желающий. Заявиться на соревнования можно в день забега. Стартуют спортсмены в 10 утра. В час дня массово побегут любители, через 20 минут дадут старт семейным командам. Награждение победителей и призеров пройдет в 13 часов 40 минут.